Новое мобильное приложение для быстрого обмена сообщениями запустили в Казахстане. Об особенностях продукта разработчики рассказали на брифинге в СЦК. Главное отличие проекта от иностранных аналогов в том, что пользователи могут общаться на трех языках – казахском, русском и английском. Кроме того, меню, смайлики и стикеры оформлены в национальном стиле. Пользоваться приложением можно абсолютно бесплатно. Мессенджер уже доступен для смартфонов с операционной системой Android, а ко дню независимости разработчики обещают выйти и на платформу iPhone, а также в магазин приложений Google. Пока проект дорабатывается, и пользователи могут вносить свои предложения на сайте itis.kz. Мы пользуемся чужими мессенджерами. Почему бы не пользоваться своим, нашим, отечественным, казахстанским? И поэтому, мы, я думаю, достаточно такую хорошую конкуренцию можем сделать другим мессенджерам. Почему? Потому что у нас есть еще такая функция, как принимать уведомления о наших праздниках национальных, о красных днях календаря. Вы можете получать какие-то афоризмы наши казахстанские, какой-то наш народный фольклор, какие-то народные казахстанские шутки. Мы ближе к народу.